Сметаем врагов, не видя преград. Приветствую вас, друзья, с вами Верус, и мы проводим небольшую реформу в нашей армии гномьего воинства. Тут сейчас перегруппируем, но Грумбриндала я уже модернизировать сейчас не буду. Грумбриндал пока так походит. 4 хода долго все-таки ждать на Гаронде, если не нанимать. Поэтому все-таки сюда сейчас призову лордов, которые могут это делать. И начинаем формировать пул железоломов. Железоломы нам в помощь, железоломы еще пригодятся. Правда, строительство закончилось чуть позже, чем планировалось. Мы уже продвинулись дальше, мы уже отодвинули линию фронта далеко, но здесь нужно было и торопиться, чтобы успеть у Алитанара отжать земли, которые нам нужны, и отдать ему, которые нам не нужны. Кстати говоря, Алитанар, может, ты уже тот же лагерь во тьмах, в потемках возьмешь, а? Не, он очень сильно оценивает сейчас этот город, а здесь говорит фигня, а не город. О, придется тогда продавать. Да и прокачать мы не сможем этот город. Но смысл нам страдать тогда, да? Смысл нам его развивать. Мы ему ничего не сделаем. Ладно, покупай. Хотя бы себе, скажем так, спокойную границу купим. По факту он купит у нас города и обеспечит нам бесплатную границу. Надо же... Хотя железные льды он уже хочет, скажем так, в большей степени заполучить. Но тот город мы, наверное, если обменяем, тот снова только на столицу провинции. Может быть, будь у нас постройка, мы бы что-то смогли здесь сделать. Подороже продать. Давайте попробуем. Железные льды, он прям хочет, чтобы объединить провинцию. Эта логика работает хорошо у них. Здесь мы попробуем, наверное, твердыни эти тоже забрать. Хотя Шагарат подходит нам. Шагарат нам подходит. Но его можно, наверное, еще удержать, если что. Но обменяем его, так и быть, на этот город. Пусть будет. Если не останется выбора. Так, а предел злобы-то еще заселить надо. Че я тут мимо прохожу? Чуть не забыл про этот город. Чуть не забыл. А это нельзя делать. Тут могут потом союзнички забрать и... Вспоминай, как звали провинцию нашу. Она будет наша провинция. Тирион делает упор на разношерстную толпу. Ну, кстати, у него интересные стейки тоже. Там много львов Крейса, где-то вон фиолетовых понабрал, но это скорее всего экстренно стек собирался, я не думаю, что он намеренно, хотя может и намеренно, искусственный интеллект в принципе всю элитку в один стек закидывает, и у него по умолчанию преимущество стоит такое. Она с орлами как-то странно бегает, кстати. Нужны ли тебе эти орлы? Этих куриц щипать можно быстро. Порядок просто после того, как мы продали один регион, порядок падает не так быстро. Минус один. 6 ходов можно попробовать потратить. И если что, потом даже просто продать. Может быть, мы возведем городскую постройку, и уже это Алитанара обрадует, и он захочет их требования дары нехило.
Но он считает нас сейчас основной угрозой. Причем не хватит ни духу, ни сил причинить вам серьезный вред. Однако лучше быть начеку. То есть наша мощь большая, но при этом мы 10-й левел всего лишь. У него даже 5-й левел, прикиньте. У него даже 5-й левел, но нам говорят, что... Ну, это вообще шушера редкостная. Объявляет войну, и тут по факту уже... Все наши в деле, а мы кулом, тонгом и племени объявили войну, да. То есть в этот раз вассалы его участвуют. Но он по факту объявляет напрямую. И скорее всего с нашими союзниками уже вот эти нарскийцы воевать не будут. То есть с нашими союзниками надо будет отдельно разговаривать, чтобы втянуть войну. Вот ради интереса даже берем опять же разговор с Литонаром. И я не могу даже попросить его объявить войну вот этим вассалам. Но это фигня. То, что вассалы воюют только против того, кому мы объявили войну. Это даже неудобно, когда мы играем за хаос. Это неудобно, когда мы играем против хаоса. Это в любом случае неудобно. Поэтому, ну... Ну, дело такое. Дело в вкусе. Так, тебе артиллерия потребуется. Тебе артиллерия потребуется. Я думаю, передать все-таки еще тебе пушечку. Здесь оставим болтометы. Ну, тут будет такой стек. Чисто... Чисто по кайфу. А встретиться они могли бы где-нибудь посерединке, потом бы этот стек пошел сюда, этот сюда, и меньше времени потратили. Но сейчас я тоже не стану заморачиваться сильно на этот счет. Я передам тебе, даже эльфов передам. Ты все же более солидный. Пока что во временное пользование бери пушки. А, так, теперь решаем, кого отдать. Еще один отряд. Ну давай, наверное, сделаем вот так. Сливаем все, что непригодно. Шахтеров тоже этих, на самом деле, слить можно было. Но это вы обменяетесь уже на следующий ход. Скверна хаоса высокая. А, здесь же... Все-таки замерзший город принадлежит Сланишиту. Можно прыжком, вот так быстрее даже. Сейчас будет. Встанем здесь. Видим заодно все, что происходит во всех городах. Смотрим по заданиям, что... ну, задание никто ничего не дает здесь, к сожалению, сейчас. Заданий нет. На твердыню осколков он пока не идет. Вообще, в целом... кстати, пращуров подтянул моих. Также использует. Шахтеров. Это есть железоломы здесь. Подтягиваем. Тут я предлагаю все-таки пойти в снайперов. Чтоб у нас был дополнительный бонус. Приносимый доход. И, наверное, экономику. По героям. Ну, рунных дел мы здесь больше не сделаем. Мастеров Таны. Ну, для меня это, ну,
это не самый лучший тип героев. Огненные пушки вообще еще б неплохо залетели. Можно, кстати говоря, начать развивать эту ветку. Давайте, ладно, артиллерию. Алтарь Великой Тьмы. Может быть, сделаешь небольшой крюк? Или мы наймем там еще одного героя, который подтянет эти пушки? Но это пригодится. Вообще пушки даже Громбриндалу завещали сами разработчики. А что по шмоткам? А ну-ка. Что у нас сейчас есть по шмоткам интересного? Скорость уменьшает доспехи, спас-бросок, превосходная защита от натиска. Можно это взять и снайперу отдать. Сопротивление выстрелам? В принципе, хотя, да, здесь. Влияет на противника дисциплина, атака, постоянная способность. Но тоже для снайпера, кстати, вот этот вариант доспеха лучше зайдет. Героический удар подрывает дисциплину отрядов противников. Но смотрим, пока на соли нет. Для более значимого предмета. Здесь хорошие предметы все уже розданы. Какие-то руны дополнительные. Ну, кстати говоря, руны можно тоже выдать. Свойства проход, урон сквозь доспехи, сопротивление выстрелам. Например. Руны знамена. Отряд артиллерии. Обстреливает зону вокруг заклинателя, эффективность, игнорирует броню. Указанный отряд артиллерии, сопротивляемость указанный, скрытность, урон от выстрелов плюс 20%. Давай возьмем. Старшую руну испепеления. Единственный предмет, который можно разобрать. Но возьмем броню. В итоге эти плюшки пойдут тебе. То есть латы пригодятся. Оружие, но там двухстволку нужно найти. Единственный, по-моему, вариант оружия, если я правильно помню, который помогал бы еще хоть как-то. Это только в ближнем бою, так что тебе она нафиг не нужна. Лучше удачу. А стрелкам хоть как-то помогал в дальнем бою. Потому что в целом больше ничего полезного. Талисман? Ну, еще талисман можно какой-нибудь тебе присмотреть. Может быть, что-то из оружия тоже создать есть. You know who I am. Вариант. I'll do it. Так, скорость мы заменим. Вот она, старшая руна испепеления. Да даже может... Передовое развертывание, атака в ближнем бою. Старшая руна. Указанный отряд, не персонаж. Ну давай вот так лучше. Старшую руну назначим. И талисман. Еще раз смотрим. У нас есть казенное золото. Так, талисман. В битвах против скавинов. Спас-бросок в битвах против хаоса Норска. Постоянная способность. Клык, доспехи. Сопротивление огню. Но тут тоже соль нужна. Сопротивление огню, скорость, кружка старого стража.
Вот, если не в ближнем бою, в принципе, ему эта тема зайдет. Как раз в перестрелках, чтобы затянуть врага. Ну, у меня, конечно, есть уже артиллерия. Уже нет той ситуации, когда это требовалось. Где эта кружка? Вот. Но именно ему она пригодится. Очки похожи немного, я сейчас только что-то подумал. В Нюльбуке, да? Когда мы нашли шлем хауситов для гнома. Там Арахнароков, или как-то так, Арахнарочичий он назывался. И там 4 глаза таких у него на шлеме. В принципе, вот один очки. Просто 2 глаза по бокам надо присандалить. И будет гном хаос. Ну, вообще, Нюльбук — это классная игра такая. Кто не видел, допустим, и не знал про нее, не видел мои стримы, взгляните, посмотрите. Юмор, приколы и в целом приятная атмосфера. Вот. Но там очень-очень много отсылок именно к самому Вархаммеру. Там те же гномы хаоса, обычные гномы, там Сланеш, Нургал, Хорн, Дзинч. Они все присутствуют, но чуть-чуть измененными именами. То есть по атмосфере, это даже на стримах отмечали, сами диалоги, сама подача, юмор очень похожи на то, что было в свое время в космических рейнджерах. Но космические рейнджеры изначально создавались, да, с таким сценарием, а в Нюльбуке вообще во многом атмосфера сохранилась благодаря, ну, достаточно качественной работе переводчика. То есть есть моменты, которые, ну, я считаю, это все-таки более жаргонный вариант они использовали, и общие массы не поймут отсылок в каких-то моментах D&D-шных. То есть, ну, в D&D там свои законы. Все-таки игра по мотивам вселенной D&D, скажем так. По миру, по возможностям, по геймплею. Не знаю даже, как обозвать все это правильнее в итоге. Так, с одну пушку мы берем. Тебе отдаем горняков. Тебе даже этих воинов гномих я отдам все-таки. Я сделаю на этот стек больше ставку. На этот стек. Мстителей, судя по всему, придется оставить. Золотых забияк тоже обменяем, ладно, так и быть. Громобоев. Можно, кстати, и долгобородов заменить. Мстители, ну, не думаю, что пригодятся в этом стеке. Они и в этом стеке не особо нужны. Здесь уже некого менять. На ускорении подходим просто чуть ближе, а дальше начнем прыгать. Громбриндал здесь в любом случае пошел бы на штурм, но автобой в Насвере ты затягивать не станешь. Хотя можно сделать наоборот. Вот таким вот образом. Все, Харганит уничтожен. Победа над Хелебром. А, ты еще не побеждал. Атака в ближнем бою и урон оружия сквозь успехи. Блин, атака у тебя. Я даже не припомню, чтобы кому-то прокачивал настолько высоко атаку в ближнем бою. Может быть, когда-то это было. Я просто уже не помню. Но вот в плане гнома это сейчас
Прям смотрю акцентированно и диву даюсь. Так, болтометов, местометок, пушек, органных орудий и огненных пушек. Ну давайте, если огненные пушки мы ему будем подтягивать, все-таки в перспективе железные ящери, боевые машины, здесь, по-моему, уже был... Прям перк, то, что огненные... Нет? А, ну ладно. В принципе, всех боевых машин. Мне казалось, именно огненных. Только. Ну, значит, склероз. Склероз тоже дело такое. На перспективу давай, наставник. В ближайшее время появится еще один у вас. Собрат помладше. Ему нужно будет передавать отчетчички. Отчетчички. А ну-ка, сбегай назад. Возьми первую партию железоломов и передашь их как раз Громбриндалу. А этот будет укомплектовывать потом в дальнейшем второстепенные стаки. То есть экономика позволяет. Мы уже даже без всяких бустов дополнительных спокойно вышли. Но зато еще отряды топовые не успели приехать. Еще есть возможность ими поиграть. Сейчас и хаос будет наступать, мне кажется, активней. Архаон, ну, проснется, может. Может и придет. Вступить в войну предлагаешь? Да, мы вступим в войну, не переживай. Я практически уверен, он сам мне даже объявит войну. И еще до всех завоеваний, которые я тут планирую осуществить, и после чего только, да, приступить к покорению этого полуострова, можно назвать все-таки, да? Нарскийского полуострова. Скандинавии. Пусть будет так. Холодный и недоброжелательный. Злые там все. Всякие утроги, вульфрики. Кидаются на людей хороших. С топорами и мамонтами. Еще и мамонтят самое главное, да? Милых мамонтят, которые плавают на льдине, ловят и учат плохому. Эх. А мамонтят это ни при чем. Готовность к службе, но это лорд, которого мы распустили. Ваш герой должен успешно выполнить действия против следующего поселения Карак. Зефирка. О, под осуждающим взглядом Моргрима гномы Карак Зефлина похитили повара с кухни Караза Карака. Причиной тому был рецепт пудинга с орехами. Они оставили верховного гнома без любимого блюда ради мелочной мести за инспекцию счетовода. Обида записана. Мы не станем иметь никаких дел с гномами Зефлина, пока они не вернут полурослик. То есть еще и полурослик готовит для гнома, оказывается, да? На королевской кухне. Зефирочки-то. Оборзевшие. Но сейчас армия здесь разместится. О, а мы с тобой-то знакомы, и мы с тобой не воюем. А Зигвальда ты тоже не любишь. Легион Хаоса. А Вигу-то интересно выглядит. Он сейчас полностью Дзинчу поклоняется. Ну это, естественно, Юрец. Старый добрый Юрец. Но, честно говоря, я не видел раньше на релизе, чтобы когда фракцию руководил ИИ, он переодевал его непосредственно полностью вот
в запчасти, назовем это так, да, в части тела какого-либо бога. То есть он преимущественно оставался со внешним видом такого прям неделимого хаоса. Хотя, может, даже он оставался исключительно с ванильным внешним видом. Так, князь Зигвальд. Но скверна здесь упала. По-хорошему, можно даже засаду ставить. Кем брать другой город? У нас сейчас есть. Let's us begin. Goblin! Don't you fret, it's done. I'm leaving. Давай попробуем. Но выше 40% все равно не получится, но попробовать стоит. Но на этом ходу еще не забирай. На этом ходу все равно смысла нет забирать. Ты никуда не уйдешь. А на следующем шестерых вот возьмем и это как раз докомплектовать армию Громбриндала. И еще элита все равно остается. Даже молотобойцы эти останутся. Но нужно что-нибудь, наверное... Я планировал еще одного стрелка-инженера сюда втянуть. Может, так и сделаем в перспективе. Но молотобоец это... Ну, такое себе. Тут обещали, конечно, с Зефлином ничего общего не иметь. Но торговля — дело такое. Гадости ему потом сделаем. Мне кажется, эта фракция только возродилась. Через восстание. Скорее всего, эти земли принадлежали полностью ему, и сейчас здесь гномы восстали, захватили, вернули город. Фракция возродилась, и... Хотя он ни с кем не воюет. По идее, он должен был бы с хозяином тогда воевать, да? А он не воюет. Не, это значит, сидели здесь. Сидели тихо, мирно и терпели соседство с Генкой. Ну, судя по всему, так. Терпилы, которые стащили повара. Только какого фига Громбриндал за повара? Тут, значит, вступается Аскарака. Карак-Аскарак. Карака-Карак. Карак-Урак. Мы-то при чем? Нас гном этот названный ужин, значит, не приглашает. Не подчивает. Десертами, а мы повара ему возвращаем. Прибежал и жалуется нам. Так, дипломатические отношения с фракцией. Так, ну это можно контроль сейчас немножечко. С гномами с этими не будем портить отношения против них в любом случае. Агентами сейчас действовать и... Все закончится не самым лучшим образом. Так, замерзший город. Ну, в замерзшем городе армия небольшая. Но сам... Зигвальд бросил. Оккупирован. Сам Зигвальд, конечно, бросил. Все эти откатились уже. Здесь пока лимит до конца не надо. Хотя у этих меньше шанс, да, появиться. Но ты как подкрепление можешь подойти, правда, на ускорение. И думаю, чтобы быстрее это оформить, лучше все-таки сейчас подкрепление подвести. Единственный вопрос... Не, ну да, у тебя абсолютно точно. Абсолютно нот стремительного удара. То есть лучше проверить. А вдруг у него прокачка пошла в
стратегическую ветку, и тогда, ну, очень большая вероятность, что у него есть стремительный удар, и искусственный интеллект им нет-нет-то пользуется. То есть в последнее время, как минимум, против меня такое встречалось неоднократно. Мертволесье принадлежит нам. Город всего лишь второго левела. Порядок. Да, мне кажется, тут будет в любом случае сейчас порядок. Сильно не заморачиваться. Деньги есть. Можно город сейчас и прокачать, чтобы быстрее рос. Ну и последние уровни. Мстители железоломы у нас вкачаны полностью. Здесь горняки долгобородов этих я уже точно не буду здесь держать. Ну, молотобойцы еще как бы останутся, но они в другой категории. И вот можно сейчас прокачать... либо железных ящеров. А, ну вот они, железные ящеры и огненные пушки. Я помню, что огненные пушки где-то были. Они, в принципе, в обычной теме. Ну, давайте попробуем. То есть, чисто сейчас огненные пушки и ящеров. Потому что через обычную артиллерию уже игралось... Через огненные пушки. Ну, они скорее у меня так вторые партии исполняли. Там ничего сверхъестественного с ними я не делал, если правильно помню. Да и много в армии их никогда не было у меня, наверное. Забирай великолепную шестерку. Автожиры. Нам с тобой не до жира. Хотя, ладно, оставь одного. Потом, если что, его распустим. Но стек хотя бы будет полным. Гром Бриндал бежит быстрее, конечно, чем сейчас наш стек на ускорении. Это однозначно. Но с другой стороны, есть в этом смысл, потому что Гром Бриндал с боями-то двигается. И враги сейчас не дадут ему спокойно так преодолевать препятствия. Взять для других вот рунного мастера стеков или для основного стека. Давайте опытного инженера все-таки возьмем. Это будет интересно. Так, вот уже и огненные пушки скоро подъедут. Предел злобы. Порядок, кстати говоря, падает. Надо им заняться. Здесь тогда сейчас ломаем. Это тоже ломаем и перестраиваем. Без Громбриндала там порядок не восторжествует. Посмотрим. И Вига здесь сидит. Вига сидит здесь. Кишечный недуг. Дисциплина увеличена. По поддержке зон. Задание союзника есть. Победить армию Ярла. Победить армию. Ну, нам проще будет, наверное, задание на следующий ход вот это выполнить. Тут полностью дублирует задание. И все.
Замечательно. Ускорение, наверное, я отключать сейчас не буду. Вроде ничего не должно произойти такого экстренного. Но может к Ултуану кто-то будет подплывать. Ну там скорее к Альбиону даже. В первую очередь, вот как это сделал Азазель, он напал на Альбиона. И думаю, на Ултуан теперь опасаться, что приплывут, не стоит. Альбион первый окажется под ударом. Вот. Из интересных передвижений вот. Вот эти вот стеки. То есть здесь Зигвальд. Вот, объявляет войну. Я прям напророчил. Может сказать, накаркал, но приятнее в данном случае, что напророчил, да, что я предвидел это. Что войну объявит он еще до того, как я займу поселение. А это было поселение финальным в череде моих завоеваний в этих землях. Дальше, конечно, тут тоже, кстати, не все регионы благоприятные. На севере будет много вот такого, что передать бы Алитанару. Ну, посмотрим. Но посмотрим, как оно это все повернется. Лиги сюда. Здесь мы однозначно оборону ставим. Пока еще. Да и тут тоже. Давайте ставить оборону. На территории Норска могут быть враги. Здесь ставим оборону, потому что восстание. Тут мы пока рост обеспечим. И здесь в пределе злобы тоже обеспечим пока что рост. У нас там еще дебаф же действует. Тебе восстановить потери. Ты можешь пойти плюшечку собрать при желании. Железное побережье. Но гном только снова у столицы, да, наймется, если. То есть вот он, опытный инженер. Ну и кстати, у нас-то еще один здесь будет опытный инженер. Древняя кровь. Вы хотя бы будете отличаться на морду лица. Повышенную мобильность. Это уже правда, мне кажется, не особо будет иметь место. Onward. То есть мы уже не прокачаем Грумлиндала сильнее, чем он есть. Полная инверсия на картинке здесь и на аватарке тут. Прикольно. Ну, самое главное, что вот эти вот не близнецы у нас будут в армии. Как рунных мастера. Грумбриндал, Грумбриндал. Здесь слонишицкая скверна. То есть мы будем нести потери в любом случае, если подведем армию вот так. Но если прыгнем, он, скорее всего, отступит. И дальше я уже эту армию не смогу поддерживать. Крепость проклят. А у тебя сколько поселений-то осталось? У тебя одно. Но в целом ты близок к тому, чтобы мы тебя уничтожили. Ладно, давай попробуем соло. Он, скорее всего, и так отступит. Не, он принимает бой, кстати говоря. Он принимает, но его мы легко сейчас унижаем. Здесь, ну, понесешь потери, конечно. Но это уже не так будет принципиально. Зато получишь опыт. В
Я думал на самом деле, что Зигвальд отступит, и тогда Тан точно подойдет и его покоцает. Можно было его прокачать и на этом городе, чтоб не пропадало. Зря экспа. Ну пусть. Пусть так пока поживет. Все, огонь и ярость. Прокачан на максимум. Против зеленокожих, постройки. Так, кстати, руна скорости еще тебе не вкачана была. Но по рунам уже все. Руны уже полностью закрыты. И теперь максимум можем он борьбу со скверной. Это пассивка. По идее, должна работать. Хотя, если вспомнить Рим Total War, там, ну, пассивка была активной всегда. То есть, если здесь уже сделали более адекватно, герой заходит на земли и без проблем применяет эффекты, то там же нужно было нажать кнопочку, причем она сама порой отжималась, и связаны были с ней некоторые баги неприятные. В общем, ну... Такая возможность для агентов намного лучше. В общем, подытожим так. Рунлорд. А, я забыл задание принять. Косяк. Can I help you? Setting off. Все, восполняй потери. Может даже на ускорение вот сюда поплыть. Так, поющий остров. Но в целом он... Я не думаю, что где-то как-то... Ярл этот будет долго плавать. Он попытается прорваться вот сюда. Я не могу с ними диалог вести, вассалы. Чтобы просто посмотреть, сколько поселений. У него одно поселение осталось. То есть у него осталось одно поселение, и, ну, раз они просили, ну, ладно, сделаем задание союзника. А, хотя вон уже просят и другие. Ну, давай. Он даже просит уже исключительно Алитанар победить армию этого пса. Ох, трот нечистый нападает на меня. Здесь хаос. Похоже, Кисливу не выжить, потому что здесь трот. Здесь Азазель лично. Здесь два стека трота. Здесь Архаон лично. Здесь плывет еще, в принципе, всякая утварь норскийская. Так что, к сожалению, кисливитов в армии мы, похоже, не увидим. Замок фон Раукена не засеяли вон, но это разрушил Архаон сейчас. А эльфы просто ходят и обустраивают руины, потому что они легко их отобрали. И не воюют с теми, кто их рушил. Вопрос, надолго ли они с ними не воюют? Лорд оф клан Моргрим. Молотобойцев и железоломов. What? Давай пока что пламя разожжем. В наших сердцах. The Empire. Yes? What? Is it... Darkness comes. И улучшаем. Наши отношения со всеми уничтожаем демонов хаоса. Так, на самом деле, наверное, действительно высаживать армию лучше будет вот здесь одну из. У нас три армии. По плану, думаю, две отправятся на территорию Норска, одна здесь продолжит
движение. Вопрос только, кого отправить, да? В целом, серию сейчас я закончу, так что можете в комментариях писать на эту тему. Но, из фактов, на территории Норска будет меньше каких-то крутых гарнизонов, и там не будет стен. Преимущественно. Значит, Громбриндал со своей армией и возможностями, ну, легко снесет их. Легко снесет. А вот в северных пустошах уже все равно будут встречаться нет-нет крепости, где имеются стены. Вот здесь вот крепости. Где имеются стены и, скорее всего... О, конфедерация? А, он уничтожил развратное воинство. Прикольно. Так вот, где будет гарнизон? Но здесь мы в любом случае, наверное, сейчас будем объявлять войну ему. То есть этот принц воюет только с норскийцами, которые рядом с нами. У него отношение к нам отвратительное. Его нужно задавить. Тут у него Вига, тут у него еще один стек. Ну, армии много, кстати говоря. И во многом все равно... Они служат Зинчу почему-то, на удивление. Неужели он сейчас посвящает себя кому-то конкретному? Тут-то Нургал командует армией Дзинча преимущественно. Маневр любопытный. Лагерь тебе не помогает. Здесь надо будет обходить. Давай пока твердыню пойдем заберем. Может, вот этот нападет тогда на наши территории и гарнизоном его просто похороним. Блин, а он не дошел. Вернись на свои земли. Ты зайди в город, восполняй потери. Как раз там подкрепление подбежит. В скором времени уже. Я думаю, в следующей серии мы оформим это самое подкрепление. Дальше можно эту армию ввести, чтобы с моря и суши напасть. Крепость проклятых пока защищена слабо. И крепость, которая принадлежала Зигвальду, тоже. На удивление, что искусственный интеллект их еще не прокачал так сильно. Хотя Зигвальд тут начинает, по-моему, уже. Или крепость проклятых его. Поэтому можно будет штурмануть даже с Вига внутри, отодвинуть и забыть. Как страшный сон. Ну, посмотрим. Все это уже будем тогда в следующей серии делать, друзья мои. В общем, сейчас куда-то нужно двигаться, куда-то выдвигаться. Вон наш пароходик пройдет сквозь льды и ударит по хаосу. Территория у того будет приличная. Ну, а на сегодня все. До следующей серии. С вами был Верс. Всем добра. Пока-пока.